Открой окошечко. А кто бригадир? Бригадир? Да. Норик. Вот иди. Норик. Там. Толгина. Через что ты работаешь? А? Через что работаешь? Кто? Ну ты через что работаешь? Через Яндекс, через что? Нет, это другая фирма. Это местная фирма? Да. Ну а почему ты говоришь, что мне здесь нельзя стоять? Нет. Какая аренда? Стой, почему здесь, нельзя здесь стоять? Здесь. Просто нас не мешает. Наша работа не мешает. Ну ты только и что? Здесь, я тебе не мешаю. Лично тебе я не мешаю. Ты мне сказал, что мне нельзя здесь стоять, потому что ты платишь аренду какую-то. Можно стоять, но... Понятно, короче. Блять, болтовство такое, пиздец. Ебать мой хуй. Говорит, нельзя. Нельзя мне здесь стоять. Почему нельзя мне здесь стоять? А раз стой, ну посажи, не возьми. Почему? Я работаю через Яндекс. Через что вы работаете? А? Старший, пускай подходит ко мне, будем разговаривать, старший. Я просто человек, и все. Хуели, бля, вообще. Ебать мой хуй, нельзя мне здесь работать, блядь. Хреново, что я так поздно включил камеру. Это вообще прикол. Я стою на граничной, значит, катал минималки по 350 рублей в железке. И ко мне подходит тип один и говорит, слушай, друг, давай ты чуть-чуть подвинешься, ты здесь стоишь неудобно, здесь машины проехать не могут. Я говорю, кто не может проехать? Ты точно так же здесь стоял, ты что мне рассказываешь? Подходит второй сразу еще. Слышишь, мы здесь аренду платим, это наше место, здесь, тебе нельзя здесь заказы брать. Короче, я взбесился, вышел к ним, они, короче, по своим тачкам разошлись. Вот. Ну, конечно, что, 2 метра роста и 105 килограмм делают свое дело. Короче говоря, я... Ну, реально подбесился. Я взял камеру, пошел подходить к ним, спросить, кто они такие, кто их там руководитель, да, кто это такой там, их босс, которому они платят аренду, и пускай он подъедет, пускай мы с ним пообщаемся. С какого хрена мне там нельзя стоять? На крайняк, вот честно, ушатал бы просто обои бы. Просто вот такое было уже настроение, что я был готов идти на крайние меры.